Самые популярные специальности в Звенигородской музыкальной школе имени Танеева – гитара, фортепиано и скрипка. Это учебное заведение окончили более 1000 человек. Многие стали профессиональными музыкантами и теперь успешно выступают на конкурсах и фестивалях. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков обсудил с сотрудниками школы состояние здания, газовой котельной и, конечно, творческие планы. Парламентарий заверил, обращение о создании современного центра искусств в Звенигороде будет обязательно рассмотрено.